Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Кран, и мы продолжаем играть в GTA 5, и сразу скажу, что мне пришлось после последнего нашего раза, когда я выключил консоль, после неудачной попытки, и мне пришлось полчаса все заново проходить, и поэтому я немножко взбешен. Вы не видите, что я опять не пролезу? Нет, в этот раз я пролезу. Manifesto say deliver here. Hey, stop. Where the fuck did you go? Back out. I got confused. The guard don't speak English. Must have misread the manifesto. He said no here. Так, да, мы пока отвлекли охранников, так сказать, военных, которые бьют нашего чувака. Так, сейчас. Вот так вот. Так, все нормально. Этот даже не видит. Все нормально, мужик, все на. Тревор, эти фото. Ты really stumbled onto something. The ship, Meriwether. Yeah, I know. Tell me about the ship. If we put a man with a gun on the bridge next to it, and get a guy on board, I think we got a good chance of taking over. Way it looks to me, there's a container below deck. They're guarding it for the government, keeping it off the books. Serious military technology, most like. Yeah, of course. I just found a manifest. They're testing something out at sea, it's gotta be that. Now, get back to work. The TPI conglomerate ain't thriving. There's only one man responsible. Of course, yeah. But I'll start pulling all the intel I can get on Meriwether at the same time. I got a file here somewhere. Так, в общем, мы нашли документы и собираемся ограбить судно. И там, по всей видимости, какие-то военные технологии переводят, какие-то военные штучки. И у нас сейчас будет ограбление. Там будет два варианта выбора, и мне сказали, какой лучше выбрать. Нет, вернее, мне сказали либо выбрать затопление судна, либо не выбирать его. Я вот не помню, короче. Поэтому сейчас будем наугад действовать. Так что, друзья, серии будут в среднем где-то по 30-35 минут, друзья. Не потому что мне лень, а потому что YouTube, ну, он просто записи более часа, но он обрабатывает по полдня. И это ни для меня, ни для вас будет неудобно. Поэтому серию будет просто больше, но покороче. Надеюсь, вы отнесетесь с пониманием. Потому что в последний раз, когда я часовую серию залил, особенно когда YouTube глючит, мало того, что серия заливалась 5 часов, так она еще и потом обрабатывалась столько же. Это просто какой-то кошмар. Так, мы едем на этом тарантайке, который вообще еле поворачивает. Но, так сказать, выбирать не приходилось. Блин, люди под колеса сами лезут. Так, нам повезло то, что наконец-то в коем веке день в GTA. И все прекрасно видно, музыка играет хорошая. Если бы еще не моя тошнота от испорченного персика, который я съел полчаса назад, было бы вообще идеально. Так, ну, в принципе, нам осталось проехать еще всего лишь-то какой-то километр. И там будет... Я уже просто проходил в прошлый раз, я дошел до того места, где выбрать задание. Но почему-то... PlayStation 3 ни хрена не сохранила, и мне придется сейчас все... Пришлось уже с самого начала, вы этого не видели. Для вашего счастья я это, естественно, не показывал. Но мне пришлось все это на грузовике, грузы перетаскивать, все по второму разу. На кране работать второй раз, ну ничего. В принципе, уже прошли, и сейчас, представляю, свет вырубается, и мне опять все заново придется проходить. Да, сейчас нам предложат выбрать команду. Команду так же, как мы когда-то с Майклом выбирали. К сожалению, больше никаких миссий недоступно. Я думал, может какую-то другую миссию пройти пока. Знаете, как-то развеяться. А то одно и то же, одно и то же. Но нет, нам ничего не доступно. Только одна миссия, никаких вопросиков, никаких каких-то второстепенных заданий ни за одного из персонажей нету. То есть нам по сюжету нас просто заставляют
ограбить это судно. Проклятое. Так, подожди, а чё нам? А, не, все нормально. What in the name of all things holy? I tried to stop it, but it just kept coming and coming. Oh, it's there, Wade. Look, it's our Betty, you're just not cut out for honest work, all right? Did you get what you needed? Yeah, more or less. Yeah, I just got to figure out a place to plan this now. Alright, this'll do. That woman ain't even fine. Ain't no one understands why Floyd lets her use him so. That's low self-esteem, Wade. We gotta build him back up. Now! And there, perfect. Идеальный план. All right. So, based on my observations, I'd say these Meriwether security cocksnots are sitting on something real valuable. I think they got two of these things, but we only need one. First one is on that freighter in a container below deck. They got guards all over that ship, so it's likely they're keeping it on ice. The air, land, and sea routes into the port will be locked down as soon as we make a noise at these X's here. Which means we have to blow up the ship and grab the thing underwater. Need a guy to plant the bombs, a guy to look out from with a rifle, and a guy to grab the thing, whatever it is, underwater. That means stealing us a submarine, of course, but you can find us one of them, can't you? Huh? Now, the other one is off the coast being tested. They're running the operation from the dock where I last saw your cousin. We'll need a submarine for that too, and probably a chopper, a big one. We go out there, look around underwater, locate it, bring it back here, and find out what it is. Here? To the Congo? Aight, so, what do you think? Container ship or whatever's offshore? О, что же выбрать? Я не помню. Ну, короче, один вариант провальный. А, ладно, возьму Б. Deep Sea Adventure. Gotta be. You and Floyd can help, and we'll bring along Michael and his unpaid intern. Okay, all right. What is that smell? Oh, we are going straight to the local union rep. Yep. Wade here was injured in the performance of his duties. Human waste has seeped into his very pores, and I am sorry to say this, but I don't think he's ever going to smell normal again. You can't go to the union. You are union, all right? And you vouched for us, all right? You look at him, man. Smell him. No. Smell him. Trevor, you're planning a robbery on my place of work. Синяки на лице, посмотрите. Damn it, and God alone knows what else. You damaged Deborah. Look, my lady and my union, that's all I got. So why don't we just let this all slide, huh? If you're comfortable with what's happened to your cousin, then so be it, all right? But I would give him a bath and rinse him off. No! No bath! Нет, только не ночь! А, нормально, утро. Еще более-менее. Ну, он сам одевается как бомж, друзья. Я сколько его дней переодевал, он постоянно как бомж одет. Серебро. Вообще, время только не уложился. Надо было как-то побыстрее. Так, ну ладно, тут есть гардероб. Я посмотрю, что у нас там есть. У нас есть же костюм. Так. Да как... Какой Майкл? Я не звонил ему. Ну ладно. Loving it here in LS. Really settling in. Getting my first enema tomorrow. Anyway, I heard about some action. Yeah, huh? Yeah, okay. Oh, you bet it's okay. Listen, I gotta do a little prep work, but so far it's looking pretty tasty. I'll need you to bring along that kid you've been hanging with. Franklin.
Oh, yeah. Oh, and how's your flying? You might need to take a few classes at flight school. Why would I need to do that? Trust me, you'll regret it if you don't. Gonna be just like old times, pal. Посетить летную школу, окей. Да переодень! Все. Костюмы. О, кремовый костюм, все. Где его подстричь? Я тоже этого не знаю, потому что в те парикмахерские, которые я хожу. Не удаляй, это не спам. Так, ладно. Переключаемся на Майкла, и раз нам говорят, нужно посетить летную школу. Посетим летную школу. Давай, PlayStation 3, грузи этот огромный детализированный мир. О, нету, нет. Процессор греется, я чувствую тепло. От PlayStation. Так, мы переключились на Майкла, он в своем оса... Да. Что за нахрен? О, спасибо, ты сам оделся. Я уж думал, придется еще мучаться. Так, и давайте откроем карту и посмотрим, где же вообще нах... Ага, карта у нас хорошая. Ну, давайте выйдем. Где это лед? Ну, какой у тебя гардероб? Ну, ты прям мажор. Да, я понял, что пилотирование не самая моя лучшая сторона. Так, я тут сам, никого нету, тачки тоже, по идее, нету, да, все же забрали. Придется украсть. Так, а пока давайте все-таки откроем карту и посмотрим, где же эта летная школа. Я надеюсь увидеть какой-то... Ладно. Вот это что ли аж? Летная школа, да, она одна, ну... Давайте, знаете, как сделаем. Так, смотрите, как я научился. Контакты. И таксишку. Так, вызываем такси, и он нас довезет. Только в прошлый раз, когда я ее вызывал, она где-то появилась за углом, и я ее не видел. Пока не пробежал по кварталу. А, вот. Так, и по идее у нас есть отметка, и мы просто нажимаем. Нажимаем пропустить, и идет загрузка. Стоит это не так дорого, но, конечно, и не так весело. Все-таки на своей там протюнингованной тачечке веселее прокатиться по солнечному Лос-Сантосу. Ну, 52 бакса, ну, какие-то смешные деньги, ну, в пределах этой игры, конечно же. Такс. И нам нужна летная школа, и вон как раз мы видим этот желтенький маленький кружочек, который говорит нам о том, что мы уже совсем близко. Так, и пройдем пару уроков. Не знаю, конечно, это настолько важно. В прошлый раз нам тоже говорили, за Франклином пройдите стрельбу. Там это так важно, но я... Ух ты, сколько тут всего... Ну, давайте взлет с полосы. Да я, в принципе, сам знаю, как взлетать. Это уж совсем смешно. Так, нажмите R2. Ну, это я все и так знаю. Но я думаю, нам же дадут какие-то очки, чтобы самолет у нас слушался получше. Так, шасси убрали. Да я War Thunder нагибал. На золото надо 32 секунды, блин, не успеваю, походу. Или не успеваю, все. Шикарно, шикарно. Понятно, я молодец. Да ты видел, как я там вообще все в щепки разношу в аркаде, в War Thunder. Блин, для меня это плевое дело. Так, нам дали медаль, это отлично. Так, навыки-то, я надеюсь, улучшаются. Так, на золото 35 секунд. Учитесь безопасно садиться на полосу. Ну, давайте.
научимся безопасно садиться на полосу. Да я шикарно приземлюсь на полосу. Ты сейчас просто вообще ахать будешь. Давай только быстрее. На такой скорости. Не, я пошутил. Ну. Или мне надо доехать именно туда? Серьезно? Что за жесть? Ему не понравилось, что я тут приземлился. Серьезно? Ты серьезно? Блин, теперь я получу сраное серебро. Ну ладно, серебро тоже неплохо. Я не знаю, каким надо быть аутистом, чтобы на бронзу сесть. А, да, нам... А, что происходит? Он не... Только сказал, каким надо быть аутистом, сейчас даже на бронзу не пройду. Да что ты врешь, отлично? Ты что, пройдено? Дай повторить! Дебильное задание, какая разница, где ему приземляться? Облачка что-то прогружает. Ну, мне написали, что мне золото дали. Это баг какой-то, 32 секунды, надо 32... Ну, ладно, научитесь выполнять перевернутый полет. Вопрос, на кой хер оно мне... Ну, кстати, да, я на золото прошел, так что я молодец. Я просто не понимаю, видимо, оно засчитало мне первое приземление. Не понимаю. Ух, какой самолетик салатовый веселый. Так, ну, в принципе, тут и так все ясно. Что, крутишь себе аналог, и у тебя переворачивается. Жаль, конечно, шасси. Ух, какой он резвый. Я хочу себе такой самолет. К первой контрольной точке. Ну, давайте. Бочка. Это вот эта бочка. Это была смерть героя. Какого хрена камера вертится? Наркоманы, что ли? По идее, когда делаешь бочку, когда вообще такие маневры делаешь, камера не должна быть присобачена к самолету. А тут присобачена, то есть тебя вертит, как будто ты пилот. Ну, по идее, блин, самолет должен крутиться, но, блин. И получается, что ты набираешь высоту, но когда ты переворачиваешься, ты не набираешь высоту, а наоборот ее теряешь. О, началось. Это жестокое управление. Что происходит? Ты нажимаешь, короче, взлет. А, жесть. Блин, да. Рокстар, вы издеваетесь? Ты нажимаешь, короче, взлетать, но когда ты начинаешь делать бочку, он начинает падать, самолет. Надо просто привыкнуть, потому что, ну, такое управление, ну, нигде такого управления нету. Особенно на этих джойстик от PlayStation 3, это вообще просто кошмар, кошмарный. Повышенный. Серьезно? Very nice. Are you getting dizzy in there yet? Go ahead and
голова кружится, кружится, голова. Так, и пока вот это он даст команду. Вопрос, на кой хер? Так, еще чуть-чуть осталось. Что, все сбилось из-за того, что я начал вер... Ладно. На последней секунде я начал набирать высоту, и мне не засчитали. Ого, на последней секунде. Так бы серебро голимое дали. Вообще красавчик просто. Да, тут, в принципе, надо просто приучиться. Оно не совсем стандартное, из-за того, что камера приклеена, получается, к положению вашего самолета. Если приучиться, то тут можно такие финти клюшки выдавать. Так, я чувствую, у нас там так до хрена задания. Думаю, все не будем проходить. Уже надо, не знаю. Ладно, посмотрим. Может, нас каким-то финтам научат. Вот видите, у него на камере-то как, да, самолет перевернулся, а камера горизонтально держится. А у нас как, мы начинаем поворачивать самолет, это, ну, знаете, вертикально его ставим, и у нас камера вертикально переворачивается. Ну, может, я, конечно, может, тут в управлении можно как-то настроить, чтобы камера не приклеена была к самолету. Да, контрольная точка. И нас всегда вот направляют в эти небоскребы. А, R1, все, понял. Давай. Да, опять ждать. Да, сложно. То есть самолет держится на одной высоте, он не может слетать. Все. Красавчик. Блин, немножко не успел на золото. Ну, хватит. Серебра, ладно. Предыдущие зато все были на золото. Медаль, полет на ноже. Не очень сложно, друзья, очень сложно полет на ноже. Не зря он сказал, что это сложный маневр. Пролетите по городскому маршруту на малой высоте. Бра, по городу летать, это, конечно, будет вообще жесть, наверное. Да, наверное, последнее задание, и пойдем уж, хватит с нас. Воздушное лихачество. Потом допройдем, я не знаю, я сам ли допройду. Да, тут смотреть на это с основы мы поняли. Потому что это займет на полчаса, блин. Тренировки. Надо все маневры делать, да? Блин, только не полет на ноже, прошу вас. Блин, 2 минуты 15 секунд, то есть нас... Потаскают. О-о-о, тут он такой резвый. Так. Да, я себе хочу, конечно, такой самолетик. Такой просто торпеда. Просто торпеда. Но я думаю, я там видел военные, есть реактивные, там еще жестче. Так, хватит мне своими подсказками пиликать, я типа сам не знаю. У меня уже Майкл просто отличнейший пилот. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Носит меня, конечно. Поносит. И перестанет. Так. Ой-ой, дальше жизнь начинается. Слишком резкие повороты. Будет весело, если я под конец врежусь вот в этот фонарный
Нет! Такс. Отлично. Ой, ребята, у меня уже руки вспотели. Просто. Эти аналоги на PlayStation 3, но они просто соскальзывают с пальца. Неужели на золото успеваю? 10 секунд. Ну давай, давай, ну поднажми. Да, успеваю. О, я вообще красавчик. Фу, не, это все, это последняя миссия, наверное, потому что уже сложно и долго начинается. Фу-фу-фу-фу-фу. Я хочу немного расслабиться в сюжет, короче. Вникать, а не вот эту жесть проходить. Просто посмотрите, сколько там еще. Ну ладно, думаю, потом либо сам, либо, ну, напишем в комментарии. Вы уверены, что... Да, уверен. Так, и давайте посмотрим. Я не знаю, может, миссии какие-то или вопросики появились наконец-то для Майкла. Ну вот, посмотрите. Ни черта нету. Только не говорите, что нам надо летную школу все-таки до конца пройти. Да. Ну ладно. А как туда зайти? Похоже, нас заставят пройти все испытания. Ну ладно. Давайте тут будем надеяться, что дальше таких долгих и нудных заданий не будет. В принципе, тогда летать-то весело, но, блин, сюжета-то никакого уже. Что-то да, GTA начала задалбывать. Где вопросики, где разнообразие, смысла переключаться между игроками нету. Персонажами. Так, ну пока, в принципе, все с первого раза проходили, надеюсь. Ну, не обязательно нам золото, такс. Такс. Раннее приземление. Они засчитали это за приземление. Ну, ну приземлился же, да? Ну, подумаешь, погиб. Так, видимо, я рано начал сбрасывать скорость. Да, понятно, вижу, я чё, слепой. Так, все, уже начну сбрасывать. Ух, как его... Виляет-то как? Или нам опять докатиться надо до финишной черты? Ему не нравится. Самолет не развалился, уже шикарно. Там, когда нажимаешь долго на тормоз, он начинает пропеллер, походу, в обратную сторону раскручивать. Так как воздушных тормозов, походу, еще или нет в этих какашках. Мертвая... О-хо-хо-хо-хо, мертвая петля, да. Приготовьте рвотные пакетики, потому что сейчас будет блевотинка. Уверяю вас, потому что с такой камерой сейчас мертвую петлю делать, это будет кошмар. Да, да, у тебя эта камера переворачивается. Блин, ну ладно, разбираться не буду, в комментариях почитаю. Может, действительно, можно как-то сделать нормальную камеру. Но нам дали новый самолетик, друзья, какой-то голубенько-красный. Несколько попыток, да я все с первой делаю, практически все. Так, чекпоинт, долетели. Надо взлететь только получше.
А, что это произошло? Футболочки мы... Да, надо. Ну хорошо, хоть у меня там не какая-то порнуха в браузере открыта. Хотя, может, даже и плохо, всего лишь футболочка. Я не знаю, что он браузер развернул. С бочкой, петлю с бочкой? Иммельман. Смеешься? Я сделал? Иммельмана. Видимо, нет, раз он молчит. Ладно. Так. Да я уж потерялся. Ладно. А, ну... Пилотирование 100 из 100. Бабах. Все пройдено, красавчик. Бронза, но пройдено. Ладно, думаю, закончим над этим, да? На это. Да уверен, все, 100 из 100, куда я уже просто лучший, некуда. Я просто лучший пилот, блин, в Лос-Сантосе после Тревора. Так что спасибо, что смотрели, друзья. Дальше у нас следует ограбление. Я надеюсь, уже оно наконец-то состоится. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки за футболочку и... Всем пока-пока, с вами был я, Кран, и это был очередной выпуск прохождения GTA 5, и не забываем, что серии будут примерно по 5 часов, короче, да, давай.